5 grand just to see you dance. Всем привет, ребятки, меня зовут Люцис, добро пожаловать на мой канал. Сегодня у нас рейд базы Player 6553. Обычная база с двумя ящиками. В общем. Так, нужно один железный топор, чтобы попасть на нее. А потом можете уже брать обычные. Сейчас я быстренько тут все вскрою, что тут есть, и покажу вам. Готово. Так, вот как я и говорил, тут два ящика есть. Давайте начнем смотреть. Опа, ВССК, неплохо. Топорик я заберу, пожалуй, это ставлю. Так, каменные блоки, камни, изолента. Это у меня украли, вот это у меня украли. Также вот это, сейчас я заберу. 20 сигарет пусть будет. Транзисторы, резиновые детали. Что это такое? Транзистор, подшипники, все, взял. Так, металлолом. Ну, пусть будет металлолом еще. Второй ящик. Это у меня тоже украли. Это у меня украли. Вот это. Я заберу. Вот это украли. Вот это. И вот это. Да, я понимаю, много-много лута я положил, но так как рейдеры перестали приходить, вернее, приходят, но не оставляют следов, приходится увеличивать количество. Ну, вот, собственно, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 предметов, которые я положил для них, чтобы они их сперли. Сейчас я быстренько сложу кое-что в байк, и мы с вами продолжим. В пикапе я заберу металлолом и мясницкий нож, наверное. Так, получается мне... мне проверить станки надо, да и все. На втором ящике, да, вот шкуру заберу, батарейки. Вот это заберу. Так вот пойдет. Здесь ничего нету. В обычной плавильне. Опа, слиточки. Так вот. Здесь у нас вот так и вот так. Смотрите, эти три копья можно сделать с помощью обычного дерева. Так что не стоит их забирать. Давайте сломаю еще камнерезку. Тут у нас 20 камня. Как раз пойдет за место молотка, топора. Ну, и на этом все. Больше тут ломать нечего, забирать нечего, поэтому просто отсюда сваливать. Кстати, покажу вам, да, покажу вам лут, который отсюда украл. Кстати, ВСС тут реально очень странно увидеть. Обычно в таких базах их нету. Но у меня ее не крали, так что можете в этом быть уверены. Вы ее найдете, если такая база вам попадется. Ну, на этом все. Надеюсь, ролик вам понравился. Вы оцените его лайком. Пока-пока. До скорых встреч.